Магадан – место гостеприимства и радушия. Представители мэрии областного центра и правительства города-побратима Шауньяшаня провели телемост. Они поблагодарили друг друга за гуманитарную помощь во время пандемии и постоянную поддержку. Также обсудили развитие туризма, горнолыжный спорт, особенность географического положения и белые ночи. По словам сотрудников мэрии, им хотелось показать памятные места Магадана и его гостеприимства. И сегодня мы также хотим показать наш Магадан как место особой атмосферы гостеприимства и радушия, открытости и душевной щедрости, доброты и искренности. И хотели бы как бы зарядить вас положительными эмоциями и показать притягательные для туристов места нашего города. Сам город располагается на полуострове Старицкого, на перешейке, которого раскинулся город Магадан. Это само по себе уже особенное место. Китайские партнеры рассказали о планах развития туризма. В стране также популярны спорт и рыбалка. Представители Шауньяшаня отметили, что планируют приехать в Россию, как только это позволит сделать эпидобстановка.